Здравствуйте. Попал ко мне дрон с механическим повреждением. Обломалась стойка лопастей. Вот так вот это выглядит. Попробую с этим что-то сделать. Нужно будет достать вот этот обломанный шарнир. Вот эта крышечка съемная. Я уже пробовал ее подцепить. Здесь можем открутить. Вот наша обломанная часть детали. Значит, попробуем сначала подумать, как ее поставить на место без разборки. Чтобы было удобнее клеить, хорошо бы, конечно, отсоединить полностью стойку от платы. Но это довольно трудоемко. Придется располовинивать и снимать остальные стойки, откручивая. Так что буду пробовать как-то мудрить, как есть. Пошел не тем путем. В результате разобрал стойку. Пришлось обрезать провода. Сейчас подпаялся, чтобы все было удобнее делать. И здесь прихватил на бокситку. Вот таким образом. Не сразу увидел,
что вторая заглушка тоже снимается. Все клеил с продетыми проводами. Это было неудобно. Невозможно было ровно выставить. В общем, вышло как вышло. Но все это исправимо. Сейчас бы уже, конечно, делал по-другому. Собрал, подготовил вот таким образом. Тут еще подолью бокситку. Теперь нужно правильно установить вот эту белую деталь с защелками. Как ее правильно установить, можно посмотреть на соседней. Итак, все собрал. Стойка складывается и фиксируется. Осталось проверить в полете. Думаю, что позже сделаю на него обзор. Ну, а сейчас, возможно, кому-то будет полезно. Спасибо за просмотр.